Фигура Владимира Семеновича Высоцкого, поэта, барда, актера, была настолько яркой и противоречивой, что еще при жизни его имя было окутано многочисленными мифами и слухами. После смерти Владимира Высоцкого его друзьями стало полстраны. Он действительно умел дружить. Но истинно дружеские отношения его связывали с небольшим числом людей, в их числе Игорь Кохановский, тоже поэт и одноклассник Владимира Семеновича. 12 апреля в торжественном зале Дворца книги Ульяновской областной научной библиотеки имени Ленина в рамках ежегодной областной выставки конкурса «Симбирская книга-2016» состоялась творческая встреча с Игорем Кохановским. Он представил вниманию гостей новую книгу о Владимире Высоцком. «Все не так, ребята». В этом издании под одной обложкой собраны воспоминания тех, с кем дружил, кого любил, с кем выходил на подмостки, поистине эпохальный поэт, бард и актер. Накануне встречи специально для «Ульяновской правды» Игорь Юрьевич дал интервью, в котором рассказал, каким был на самом деле Высоцкий, что он чувствовал, о чем переживал, кого любил. Мы учились в одной школе, 86-я, такая, небольшом коллеге. Вот, но он приехал. Пришел в нашу школу только в пятом классе, до этого он жил у отца там, под Берлином, и учился там в школе военного гарнизона. С пятого класса начал учиться в нашу школу, но в параллели. А в то время, после, это 37-38 год рождения, когда, как сказал Усатый, его жизнь стала лучше, жизнь стала веселее, это самая большая, самая высокая рождение в стране. У нас было А, Б, В, Г, Д, Е, Ж. 7 седьмых классов у нас было, представляете? А тогда после 7 класса многие уходили в технику. И тогда осталось 5 восьмых. И в 8 В мы оказались вместе. И то ли действительно мы немножко похожи внешне, то ли что, в общем, мы друг друга как-то заметили, сели за одну пару, последнюю. И с тех пор началась наша. Но у нас интересы были. А интересы у нас в нашем 10-м. Пришла учительница новой по литературе, она преподавала мне там в Китае, как она потом говорила, но она, это 54-й год, еще только что умер Сталин, да? Еще никаких этих Цветаевых, Белёвых, еще в помине нет. Вдруг она нам начинает рассказывать о поэзии Серебряного века. Мы так заболели этим, когда мы стали все писать стихи, ну, правда, такие шуточные, весь класс стал писать. Переписывались, значит, всякими там этими самыми эпиграммами друг на друга. Там, Петров, значит, такой у нас отличный был, пишет, значит, все, значит, записчики кидают, Высоцкого приходит на печь, он читает. Смеялись девочки хихи, Высоцкий стал писать стихи. Мерзкие стишочки, которые он научился сочинять, смять в мешочке. Что я могу еще сказать? Вот. А так как этих книг не было, мы стали ходить, наши, так сказать, стремления и вкусы совпали, мы ходили в библиотеку историческую, не в Ленинку, почему, а историческую, и брали там. И у меня сохранилось лет 10 лет назад, моя сестра нашла школьный тетрадь, такой общий тетрадь, такая толстенькая, не тоненькая, толстенькая. И там таким ученическим почерком выписан чуть ли не весь громогипящий кубок Игоря Северянина. Вот с этого все началось. Рвусь из сил, из тех сухожилий, но сегодня не так, как вчера. Обложили меня, обложили, но остались ни с чем егеря. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых хищников. Кричат загонщики, делают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков.